Складанная ситуация в Могилевской области склалась с магазинами, что належит предприемству «Желдорсервис», так званые магазины «Орс». Ассортимент на полицах минимальный, отповедный товарооборот. У Могилеве працуют только 4 магазина в районе Чугуночного вокзала. Остатние зачинили. Что здарылось с гандлевой сеткой, высветляла Татьяна Сергейчик. Гастроном номер 15 находится непосредственно каля чыгуначнага вокзала Могилева, а значит, у довольно людным месцы. Однако покупников тут вельми мало, бо полиции амаль пустые, что здарылося с неколи славутым орсовским магазином. Все это началось, конечно, с момента того, как нас лишили лицензии на алкогольную и табачную продукцию. Денег, естественно, столько у нас выручки не было, поэтому закупать просто у других каких-то поставщиков продукты мы не можем. За счет этого вот пошли такие изменения. Я работаю уже здесь где-то 2 года, уже 3-й год. На моих глазах это все происходило. Ну, где-то вот уже с ноября месяца начала обстановка ухудшаться. Ну, а сейчас вы уже сами видите, какая она. Зарплата как? Ну, уже сейчас вот задерживается зарплата. До этого была хорошая зарплата, достойная. У Могилевской области 66 магазинов былого ОРС. З их працует только 10-я частка. Работники сподяются, такая ситуация ненадолго. В этом предприятии работаю с 1999 года. Мы старались для них всегда сделать ассортимент, то есть смотрели для дачников как-то свое, то, что им нужно будет, чтобы было удобно купить и сразу на даче скушать. Для людей в поезде тоже, соответственно, какая-то своя шла продукция. Мы старались, но сейчас вот такое у нас положение. Нам тоже как бы и больно, и стыдно, поверьте, и перед покупателями. Как запевнили во управлении гандлю облвыканкама, лёс гэтых магазинов хутка будет вырашены. Зараз вырашается махчимость передать магазины, так бы мовить, под крыло буйной гандлёвой сетки. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, Новин регион.